Из общего объема средств, украденных Януковичем, на этой неделе удалось вернуть еще 200 миллионов долларов. Что это за деньги и сколько еще предстоит найти и вернуть стране? Об этом наша справка. Он бежал из страны, вывозя добро грузовиками и пряча нажитое на заграничных счетах. Теперь уже 3 года Украина пытается добро Януковича вернуть стране. По словам генпрокурора, подтвержденный ущерб, который нанес Украине президент Беглец, это 40 миллиардов долларов. Уже удалось вернуть 1,5. Их потратили на армию, нацгвардию и сельскую медицину. И это уже назвали самой большой спецконфискацией в Европе. А на этой неделе ГПУ уже начало изымать со счетов Укрэксимбанка и Укргазбанка 200 миллионов долларов. Все активы перечисляются в госказну. Кроме того, уже несколько месяцев граждане следят за судебным сериалом в деле о госизмене Виктора Януковича. Главного подозреваемого судят заочно. И за это время было несколько отводов адвокатов, попытки поменять судей и даже секретарей. Защита всеми способами пытается дело затянуть. В слушаниях регулярно объявляют перерывы. Следующее заседание должно состояться 5 октября.